posłuchajcie, raz, dwa, trzy. I gazetki przeczytajcie, raz, dwa, trzy. Są tam wesołe nowinki, wesołe nowinki. Będzie pobór na dziewczynki, raz, dwa, trzy. Маленький Пултуск нам сразу понравился. Это один из древнейших городов Мазовии, в 70 километрах к северу от Варшавы. Расстояние вроде бы небольшое, но туристов здесь кот наплакал. Однако глушью этот городок никак не назовешь. Наш отель, к примеру, находится в средневековом замке на высоком берегу реки. Это рыночная площадь, самая длинная в Европе. Здесь можно купить свежую землянику, бинокль и драповое пальто. А в этом скромном домике, рассказывает местный гид Эва, справлял Новый год сам Наполеон Бонапарт. А главная достопримечательность города – кафедральный собор. Этот свод вошел в учебники по истории искусств. Традиция крестить детей, объясняет Эва, не прекращалась в Польше даже в советские времена. Но партийная верхушка на всякий случай выбирала костелы поскромнее, чем этот. Эва – выпускница лицея, основанного еще орденом иезуитов. До сих пор студенты ходят здесь в строгой одежде. Не пугайтесь, склеп – это по-польски просто магазин. На прощание Пултуск подарил нам музыкальный фестиваль. Наконец-то много молодых и веселых лиц. Раз, два, три, раз, два, три. Бенди побор на девчонки, раз, два, три. Мы в Волчьем логове, главной ставке Гитлера, среди мазурских лесов и болот. Название отражает тот факт, что целый город из 80 строений был надежно спрятан от посторонних глаз. Этим непривычно стройным дубам уже тогда было больше 100 лет. И наш экскурсовод считает, что благодаря их густой кроне объект так и не был обнаружен. Советские же источники утверждали, что им это место было точно известно уже в октябре 1942 года. Опять у каждого своя правда. Здесь была электростанция, а это пищевой склад. Здесь сидели связисты и стенографисты. Сюда, в центральную зону, допуск имели только 30 человек, а всего здесь находилось около 10 тысяч. Здесь было совершено неудачное покушение на Гитлера. Помните, его спас портфель, который случайно задвинули за ножку стола. Это бункер-матрешка с двойными стенами. Ему, по расчетам, не страшна была никакая бомба. Чтобы не досталось русским, взорвали изнутри, но полностью не удалось. Архитектор Альберт Шпеер без ложной скромности сравнивал свое творение с египетскими пирамидами. А 2000 его строителей после окончания работ исчезли бесследно.
могила польских саперов. Всего в округе обезврежено 130 тысяч мин. Но экскурсовод по-прежнему строго следит, чтобы никто не сошел с тропинки. Ну что ж, немцы построили уникальное инженерное сооружение. Честно говоря, мы не ожидали, что увидим только развалины. И уж совсем не ожидали, что развороченный бетон с торчащей арматурой может произвести такое сильное впечатление. Посмотрели и поедем дальше. Как можно дальше отсюда. Под вечер нам наконец-то повезло. Наши литовские друзья, Альма и Юргис, взяли ситуацию в свои руки и показали нам веселый польский городок Миколайки, где люди умеют радоваться жизни. Вдобавок, силой своего обаяния, Юргис умудрился открыть дверь закрытой коптильни. А Альма накрыла поляну в своем уютном фургончике. И наша жизнь в Польше стала налаживаться. Рын – крошечный городок между двумя озерами. Но именно здесь нас ждет самое интересное. Бал в замке тевтонских рыцарей. Дзвонечку, мой степовый скворечку.
Начинается игра в шахматы по-польски. Черные, только черные. Круг. Крок. О. Добрый. Правый. Сегодня мы вкусно поели, научились танцевать полонез и убедились, что пить поляки таки да, умеют. Наша сборная выступила блестяще. За державу не обидно. А еще нам кажется, что для каждого из нас это был один из самых красивых вечеров в жизни. А какая водка самая хорошая? Водка? Водка, да. Водка то тогда часами бимбер там бимберек, не водка. Бимберек? Бимберек. 40 градусов. 55. Ого! 60. Ого! No, taki. Kolorowe sukieneczce krząta się. Raz po raz odwraca głowę. После вчерашнего бала не мешает проветриться. Прогулка на кораблике подходит для этого как нельзя лучше. Виделась вчера из крыла, как ехала по сукенку, лечь она то не так, что не видела. Гижицка – край тысячи озер, летняя столица Польши. Здесь есть даже разводной мост, почти как в Питере. Она в окне будет смеяться, лечь без розпусти чарность волосов, змінена в круг. Главный момент мы прозевали. Уж очень вкусное было пиво. Прощаемся с Мазурией и с половиной группы. Наш путь лежит на юг, в Краков.